Яса, 85 номера, фамилия похожа. Алишлав. Это игрок Строгино. Подача! И какой красивый мяч! В падении, в прыжке головой забивают армейцы. Держатся за ухо, забивший мяч футболист, но все с ним в порядке. Хайдаров с угла поля. Не получается удар. И здесь издали по перекладина. Какой выстрел Хайдаров. Вторая попытка пробить слева и угловой зарабатывает. Седьмой, но нет. Пенальти, мяч в руку. Игроку Строгино попадает. Пенальти, пенальти. Итак, Котельников забивает очень уверенно. Решил не гадать, а реагировать Егор Коптелов на этот удар. Ну и в итоге пропустил. 2-0. 2-0 ближе к середине первого тайма. ЦСКА получает комфортное. Синещеки подставляет ногу. Хайдаров с левой под перекладину. Был гол или нет? Неважно, потому что добивание отлично играет Александр Губас. Второй мяч головой забивает лучший бомбардир армейцев. И вообще он получает сегодня отличный шанс включиться в гонку лучших бомбардиров. Играть еще больше тайма. Он забил дважды. Ему по силам попасть в створ, так чтобы мяч не опускался на землю. Может быть, даже под перекладину, чтобы мяч полетел. Да, пытается сделать Симонов и забивает. Аккурат с центра на поле. Не Симонов, конечно, а Иван Серебряков, его левая. Но вот мяч прилетает в самую девятку. Зря мы говорим, что по силам. И 3-1 в середине.